Это городок занимает особое место в этой войне, потому что здесь скрылись такие зверства, которых не было и редко было во время Второй мировой войны. Благодаря жизням вот этих сотен невинно убитых и вскрытым зверствам, которые творили здесь оккупанты, резко увеличилась международная поддержка Украины в этой войне. Поэтому, я думаю, надо приложить большие усилия, чтобы в кратчайшее время этот город стал процветающим. Нужно, я думаю, чтобы у этого городка было много братьев-побратимов в разных странах мира. Это обеспечит им помощь, конечно, государству, если будет оказывать большую помощь. Но то, что здесь произошло, просто уму непостижимо в 21 веке. Здесь погибли люди разных национальностей. Допустим, крымские татары, которые после оккупации Крыма в 2014 году переселились сюда, на территорию части Крыма. Что интересно, здесь не было коллаборантов. Единственный коллаборант, депутат, у которого жили оккупанты, его же оккупанты расстреляли в своем пьяном ударе. Это очень показательно. Мы сегодня привезли сюда гуманитарный груз. Очередная часть поступила из Турции и здесь собирали. Я думаю, дух всех украинцев всегда помните обычай. Думать о лучших, помогать лучших.